E aí Дорогие. Мы двигаемся дальше. И я, перед тем, как начну, давайте сразу поприветствуем нашу огромную аудиторию, виртуальную церковь, наших братьев, сестер, нашу большую семью. Мы вас любим, ценим и а, рады проводить с вами это время в прямом эфире. Amen? Итак, вы знаете, я так скажу, в уникальное время мы живем. А? Вы знаете, в очень уникальное время живем. Знаете, мне нравятся времена, где стандарты, честь ставятся под удар, где все ставится под вопрос. Почему мне это нравится? Потому что есть возможность увидеть настоящих чемпионов. Вы знаете, когда все смазано, когда все замазано. Вы знаете, слушая некоторые свидетельства, знаете, такого уже преклонном возрасте людей, бабушек, дедушек. Вы знаете уникально, что они говорят, говорит до гонения, до настоящего гонения, да, коммунистического. Они говорят, все было очень уникально, но как только началось гонение, говорит, сразу проверили, кто такие служители, кто такие диаконы. Началось предательство, люди просто начали сдавать друг друга, чтобы спасти собственную шкуру. Вы знаете, как уникально во время благоприятная. Честь не ценится. Во время, когда вы знаете, что такое честь, честь это это золото, которое тебе понадобится очень скоро, дорогие мои принципы жизни это что-то, что может быть сейчас ты не раскешешь, не обналичишь, но ты должен их иметь. Если ты их не имеешь, то когда настанут времена, вы знаете, сейчас благоприятное время для большинства людей здесь, там, кто смотрит нас, есть страны, где гонения, мы это видим, мы молимся о них, конечно, это наши братья и сестры, которые платят свою цену, но основная часть земли открыто исповедует имя Иисуса Христа, имя? А? И вы знаете, что именно в этот период времени честь, она не звучит с кафедры, она не популярна. Принципы, да какие принципы, когда все можно, везде нормально, и негде даже испытать принципы. Вот знаете, вот у меня дома стоит огромный трак. Вот знаете, там четыре ведущие, он такой здоровый, с такими колесами. И вы знаете, он предназначен, чтобы ездить, Саша знает, у него точно такой трак. Вы знаете, он предназначен, чтобы ездить по горам, по булыжникам. Знаете, у него там рессоры такие, ну в общем смотришь на него думаешь, вау, а он что у меня? А он у меня ездит по мягким дорожкам, по тихим фривеям. Ты со мной? И он такой, знаете, он даже не напрягается. Так вот это, дорогие мои, жизнь на данный момент, когда дороги мягкие, асфальт застелен, ты никогда не проверишь свои амортизации на машине. Ты со мной? Ты никогда не проверишь, какой по-настоящему двигатель под капотом. Дорогие сейчас и мопед чемпион. Во время хороших дорог и дырчик чемпион. Ты здесь? Но как только начинается буря, шквал, боль, атаки, вот здесь и проверится, кто на дырчике, кто на траке. Ты здесь? Когда, начинаются, когда начинается вот такой подъем, ты здесь? Как мне хочется, чтобы ты понял, о чем я хочу говорить. Тема называется «Инфляция чести». Вы знаете, честь сейчас на инфляции, она падает в расценках. Сейчас кто угодно может обливать грязью кого угодно. Сейчас не ценятся отцы, которые стояли впереди и уплатили огромную цену, чтобы кто-то сейчас узнал о Боге и даже начал называть его папой. Вы знаете уникально то, что сейчас все разменивается дешево, быстро. Никто ничего не ценит, никто никого не ценит, потому что все доступно, потому что везде закатан асфальт и любой велосипед чемпион. Но, дорогие мои, мне нравится, когда настают времена тяжкие, потому что в эти тяжкие времена выявляются настоящие. Выявляются те, которые были созданы ездить по горам, по тяжелым дорогам. И не просто ездить, а с улыбкой ездить. Прешь на эту гору, на этом траке, и он даже толком и не напрягается. Спокойно играет музыка. Ты мягко едешь. А Дырчик, Дырчик, он там, да, ты его на, ну, только на себе понесешь 2 метра. <свят> Дорогие, мои, вот так вот примерно сейчас и время. Оно такое благоприятное, но мы не понимаем, что именно в это благоприятное время ты должен проверять все, на чем ты строишь. Дорогие мои, вы знаете, что это притча о том, когда строилась на камне и на песке. Вы знаете, строилось-то во время благоприятное. Вы все со мной но строилась на скале, потому что кто-то понимал, что а вдруг что-то в жизнь мою придет, и придется проверить. И пришли ветры, и настали бури, и мы проверили, да, ДНК здания. Вы знаете, это прискорбно, но Честно, очень тяжело наблюдать сейчас за некоторыми людьми, христианами, люди даже, которые, знаете, считаются там, ну, ведущими, какими-то лидерами, да? И, знаете, они говорят, о, все бесплатно, бери. Написано, даром получили, даром давайте. О, слушай, я, я с тобой согласен, но то, что я тебе сейчас даром даю, за это я уплатил жизнью моей. Вы все со мной. То, что я даром тебе даю сейчас, это прошло боли, посты, молитвы, битвы. Просто выстоять, даже не воевать иногда, просто выжить, и это требует от тебя всего. Кто-то понимает, о чем я? Кто-то говорит, о, знаете, кто-то там прислал место из Библии. Вот Библия говорит, какая там цена, мы ничего не платим, все заплачено Иисусом Христом, и место из Библии пристегивает. Иисус собрал учеников в последняя глава от Матфея и сказал, идите! проповедуйте, изгоняйте, исцеляйте, и будут следовать знамения. Стоп! Кому это он сказал? Ученикам, которые все продали за него. Он не подошел к какому-то мужику и сказал, иди. Он собрал учеников, которые, дорогие мои, ученики на тот момент пробыли с Иисусом три с половиной года. Кто-нибудь из них не уплатил цену? Все уплатили, все уплатили, отдали жизни свои. И даже стоит Петр и говорит, Иисус, а мы вот, все оставили и все отдали. И это ты называешь не цена? Да, то, что Иисус нам дал, да. Но чтобы начать нести эту ношу, я должен оставить все и уплатить все. Посвящение – это самая первая цена в жизни христианина, без которой ты ничего не сделаешь. И я всегда говорю людям так, если ты впрыгнул и не уплатил цену, это говорит о том, что ты ее скоро начнешь платить. Вы, вы знаете, кто видел? Вы знаете, я помню, на базаре на, базаре на Украине Кидалова было. Тебя, тебя, <laughs> тебя одевали, а потом, э, потом выбивали деньги себе. Ну, примерь, примерь. И ты такой примерил, и ты такой, да не, я не думаю. Здесь два ребята подходят, да не, все нормально, всего лишь не, недорого. Вы знаете, я помню в 90-е годы, как мне продали спортивный костюм. Я его не хотел, я его примерил, но почему-то я ушел с ним. Другими словами, если на тебя что-то бесплатно примеряют сейчас, это скорость тебя сшибут. Ребята, они так, они не раздевали тебя ничего, они говорят, так, этот костюмчик стоит столько, это бабульки отдай. И бабулька уже знает, у нее это видно процесс, уже не первый раз такая сит улыбается. Ты такой уехал в спортивном костюме, злой такой, что вывалил столько бабла. Меня одели. Это как, знаете, это как, не знаю, вы знаете, мне нравятся дорогие рестораны. Вы заметили, что в дорогих ресторанах ты не платишь до самого конца. Знаете почему? В буфет дешевый заходишь, десятку дал и понеслась. Ребра летят, мясо летит, соус сюда, соус туда. Вот такое. А в дорогом ресторанчике пришел, тебе принесли вот такую тарелку с вот такой а, а, вкуснятиной. И она такая маленькая-маленькая, и так, знаете, там соусом, знаете, при, при, какими-то там, знаете, этими, ну, в общем, фига на тарелке. Ты, ты ее понюхал и уже десятку заплатил. И вот вот такая штучка на тарелочке лежит, знаете, там, у, там больше расписывался он, чем ее готовил, знаете. Дольше занял расписаться. И мне не приносят счет, потому что знают, если принесут вначале, я убегу. Поэтому, дорогие мои, если кто-то говорит, что все бесплатно, тебя заманили в дорогой ресторан. Скоро тебе счет принесут. Поэтому будь очень осторожен, когда люди тебе говорят, все нормально. Дорогие мои, Иисус говорил, ученикам идите и будет следовать за нами. Это те, которые все продали, отдали, оставили. И вот они стоят перед Иисусом, Он возносится. Он говорит: ребята, не переживайте. Скажите мне, апостол Павел, нам сам передал все бесплатно? Конечно. Читай, хоть зачитайте. А скажите мне, апостол Павел платил чуть-чуть? Он там, он, он, он не был никаких кораблекрушениях, он на паруснике катался. Его не били палками, то ему просто бросали там это, знаете, то ему массаж делали. Дорогие мои, пожалуйста, не убивайте во мне христианина. И я не верю в то, что кто-то мне что-то дал. Да, для меня это бесплатно, но для него это жизнь. Этот апостол Павел, чтобы мы с вами сейчас ели это золото, кушали это мясо, кто-то отдал свою жизнь, и кто-то даже воскресал, был жален змеями, умирал каждый день, чтобы мы с вами бесплатно получали. И чем дальше ты хочешь идти, тем больше кусок своей жизни ты должен отрезать и отдать. Да, я получаю от него бесплатно, но чтобы только подойти к бесплатному столу, я уплачу все. И тогда бесплатно получу. О, если бы так было в жизни, Бог мой, мир бы уже перевернут ради Христа был весь. Не так ли? Поэтому, пожалуйста, я, я даже не пытаюсь брать Ветхий Завет, я с Нового Завета тебе накопаю, что все, все! Уплатили цену. И уплатили. Кто-то был сварен. Кстати, э -э смешно, да? Но несколько недель назад на меня было, на мою жизнь, было покушение. Без шуток. Команда знает. И честно сказать, если бы рядом около меня не было двух человек, я сомневаюсь, чтобы я сейчас был на 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 сейчас здесь. Моя жена знает, о чем я говорю, команда знает, я не буду вдаваться в подробности. Я благодарю Бога за нескольких ребят, которые были рядом со мной в это, во время этого нападения. Аллилуйя. И ты думаешь, вот. Двойную передачу, кто хочет? <laughs> Двойное помазание, хочешь, да? А в дыню вдвойне получить, хочешь? Я благодарю Бога, что это произошло в Портленде вечером, что у меня была неделя прийти в себя, потому что, честно сказать, все мое тело было в синяках. М -м -м. Какое бесплатное Евангелие, товарищи? Какое бесплатное Евангелие? Как легко! Так все раз и два, и заходи, помолюсь. <свист> О! Да улыбайся, все нормально. Меня не убили. Ну, пока. <свист> пока. Я надеюсь, что у них в следующий раз получится. <свист> 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 ну ладно, это мое личное хождение с Богом. Я к нему хочу, просто извините. <свист> Итак, но я не иду раньше, чем надо. Поэтому все нормально. Можете успокоиться. Итак, прискорбно, но это правда. Мы живем во время огромной инфляции и деградации чести в церквях. Даже само слово практически вышло из христианского лексикона и проскакивает очень редко. Где вы видели в церквях? Вот сейчас пойдите, пройдите. Кто говорит о принципах, о чести, о силе? Кто? Да никто. <кл yourself> Честь в церкви последнего времени – это что-то отжитое. Вы знаете, люди чести – это динозавры. Вы знаете, если ты не врешь, не лжешь, не кидаешь и не хочешь чужую жену, ты, ты ненормальный. Все, я тебе говорю, иногда просто ты в шок приходишь, как к твоей жене заигрывают люди, абсолютно понимая, кто она и чья она жена. В церкви. Христиане, на сайтах. Ты просто иногда удивляешься, где честь. До чего докатилась церковь? Я умоляю Бога, любимый отец, дай нам власть восстановить честь. Именно поэтому мы видим огромный процент разрушения в семьях, потому что мало кто содержит себя в супружеской чистоте, до конца посвятив свою жизнь одной личности. Вы знаете, меня шокирует последнего времени консультации. Раньше, раньше он там ей цветы не подарил, и уже шок. Здесь она его теперь должна прощать за блуд, он ее должен прощать за блуд. Самое главное нарушается то, на чем строится все. Нарушены принципы супружеской верности. И еще там, что это ты меня не прощаешь, типа, всем прощать надо. Ой, так хочется побыть ну, минут на 10 не христианином. Потом ловишь себя, знаешь, на мысли, что нормально, все нормально. И хотелось бы объяснить. А, okay. Крах в бизнесе... Вы знаете, уникально то, что самые позорные бизнесы и бизнесмены это в церквях, потому что именно там крадут, позорят, кидают, подставляют. Я просто иногда шокирован, когда ко мне не здесь, просто где езжу, подходят люди и разбираются насчет своего бабла. Кто кому должен, кто кому пообещал. И говорю, вы верующие, вы что, до сих пор разобраться не можете? Ты врешь, ты лжешь, ты крадешь. Все понятно? Ты непопулярный стал. А, непопулярный, потому что я правду говорю. Вы знаете, уникально то, что правда это пилюля, которую все хотят, но почти никто ее проглотить не может. Нет, нет, нет. Отдохни. Мы все хотим правду. Но если честно, я тебе ее скажу. Насколько долго тебя хватит? Я пойду в церковь. Где? Церковь? Вспоминаю церковь. Недавно в наши края приехало чудо, которое проехалось по всем церквям, кинуло всех пасторов, собрало всех более-менее взрослых людей вокруг себя и начало церковь это чудо. <связывая> Конечно, я не скажу ни имени, ни фамилию, но это чудо знает, о ком я говорю. Хо -хо -хо. Потому что это чудо просматривает все эти проповеди. Ты лжец, ты обманщик, ты будешь наказан Богом за то, что ты нечестивая тварь. А что, вы кого-то имеете в виду? Я так в камеру сказал, я не знаю, о чем. Алло. <связывая> Вы знаете, и никто не хочет морать ручки. Все хотят. Все хотят. Но я ничего против тебя не имел. О, я против... Если ты идешь против Библии, против принципов чести, я против тебя много чего имею. Извини мою нетолерантность к идиотам. Если они даже рожденные свыше идиоты. Извиняюсь. Меня не волнует. Наше дело говорить истину, стоять за нее и осуждать любого, включая себя, если ты не поступаешь по истине. И на? Идем дальше. Ой. Духовная сфера страдает больше всего в христианстве. Павел говорит, каким в реальности должен быть служитель Христа? Помните, да? Муж одной жены. Здесь уже половина пастырей должны подать в отставку. Сразу раз и уплыли. Потому что он не только муж одной жены, он муж, он муж нескольких жен и нескольких любовниц. Должен семью в чистоте содержать, и все дети должны быть его, по крайней мере, хотя бы спасены. Тут остальная 50% свалили тоже, потому что дети все в мире, у всех, практически у всего пасторства. Дорогие мои, во-первых, твоя семья, а не твоя лычка. Во-первых, честь и принцип твоей семье, отношения между женой и тобой. Любовь к своему Богу, и только потом ты имеешь право даже задуматься, что делать для Бога. Первое, ты выправляешь свою жизнь, не можешь выправить свою жизнь долой с этого места. Я не хочу видеть тебя и слышать тебя. Извини меня. Ты проколовшаяся резина. Сначала почини свою пробоину. Смотри. Если честно, посмотреть, кто сейчас стоит за кафеном, без шуток, дорогие мои, без осуждений, хочется плакать, честно. То, что лжет, насилует, крадет то, что манипулирует, махинации, финансовые, ложь, воровство, махинации в сфере души, в сфере секса, контроль над людьми. Бог мой, ты думаешь, вот этот за кафедрами стоит, я говорю, Бог, подними людей чести, подними те, которые останутся один, один но он будет говорить правду, несмотря ни на что. Бог мой, о, поверьте мне, это популярная тема. Почему? Потому что когда настанут настоящие вещи, дорогие мои, и заберут здания, заберут твои даже, где молиться, что стержень твой, какой твой стержень? Кто ты? Когда запретят практиковать, например, да, чудеса, знамения, исцеления, когда запретят возлагать руки, что ты будешь делать? Кто ты? Кто ты, когда все вокруг уйдет, привычное, то, что называется, церковью, молитвой, служениями? Кто ты? Хм. А без этого это никто. Призвание из-за выгоды. Сейчас ты больше находишь людей, которые из-за выгоды хотят стоят за кафедрами. Дорогие мои, я вам честно скажу, это самое невыгодное место, если ты говоришь правду. Это самое непопулярное место. Ты будешь под обстрелом. Бог мой, вот честно скажу, чё, чё ну а я знаю, что такое обстрел. Вот просто, если кто не верит, просто если кто не видел, поверьте на слово. Я знаю, что такое обстрел. Когда ты, сказал, ты вышел и сказал какую-то истину, и вся вот эта, знаете, «бэ, пф, бэ», пошло. Но если ты такой истинный, возьми свою позицию, свою сферу и давай свою правду. Давай свою правду. Не под чьим-то именем, а под своим именем. И давай ее на протяжении 20 лет. Мы посмотрим, что будет. А, тут уже другой подход, да? Вы знаете, что честь никогда не бывает со скидками, за это ты уплатишь полную цену. Честь нет на оценке, она, она, у нее нет инфляции. Честь или есть, чести нет. Если я хочу что-то, дорогие мои, от Бога, во-первых, во мне должна быть честь. Во-первых, честь, почему я это спрашиваю у Бога? Почему я это хочу от Бога? Задай себе вопрос, зачем? Бог, я хочу, чтобы через меня исцелялись люди. И Бог подошел ко мне и сказал, а если я буду их исцелять без тебя, нормально пойдет? И вы знаете, у меня такой вопрос. А я, я что-то себя как бы всегда включал в эту тему. Я так думал, гля, классная идея. И вы знаете, Бог, как Бог хорошо проверяет? А если ты говоришь, Бог, я хочу, чтобы у меня было всемирное э, служение чудотворения, ты заходишь просто где-то в зал, и просто моментально чудеса происходят, и никто не знает, все воздают славу Богу, и тебя даже не видно никогда. Хочешь такое служение? Я хочу. Я хочу, чтобы никто ничего не знал, не видел, все слова отдавалось Иисусу Христу, и люди исцелялись, прозревали, трансформировались, реформировались, и даже тебя не знали, кто и что. Спокойно. Вы знаете, как уникально, когда, как уникально проверяется твое сердце, когда из всех твоих желаний ты вынимаешь себя, а оставляешь одно желание. Ха -ха -ха. Повторю для тех, кто а, не выпил кофе сегодня. Уникально, когда вот сейчас ты просишь что-то от Бога, да, Служить для него. А, уникально то, теперь убери себя из этого, из, из этой мечты и оставь только мечту. Бог, я хочу, чтобы сюда пришло пробуждение и молись так, как ты молился бы. Но Господь, пусть оно придет, даже не через меня. Кто из нас захочет молиться такой молитвой достаточно долго? Вот все мотивы вылезли. Вы все здесь, дорогие мои? Вы знаете, что? О, я дойду до этого момента. Подождем, подождем, подождем. Ты что-то для себя берешь? Семья сегодня честь. Сегодня. Я всегда говорю, я буду говорить именно те темы, которые больше всего будоражат мозги, которые сейчас люди просто потоптали все принципы. Дорогие мои, слушайте меня внимательно. Я всегда отдам человеку честь, который стоял передо мной. Всегда. Знаете, кто передо мной стоял? Тот человек, которого, честно сказать, я не поддерживаю ни доктрины, ни учения, ни то, что он сейчас делает. Этого человека зовут Алексей Ледяев. Я это называю имя только по одной причине, потому что я этому человеку во всеуслышание его на весь мир отдаю честь. Потому что эта личность когда-то кормила меня, когда я вздыхал. Я имею право, нет, у меня нет с ним дружбы, нет, у меня нет с ним отношений, может быть, никогда не будет, но я имею право отдать ему честь. Для меня это генерал Бога, на котором я жил, рос и существовал. Он имеет это право услышать о том, что вот этот человек отдает ему честь, как тот, который был перед ним. Имею право. И никогда не унижу его служение, когда это было в мою жизнь направлялось. То, что он делает сейчас или кто-то делает сейчас, Бог судья любому из них, из нас, вам, всем нам. Но я имею право воздать честь. Кому честь? Мне нравится, когда Давид, он до конца жизни отдавал честь убранному Саулу. До конца жизни Давид отдавал честь. Он, он настолько уважал его, он говорил ему, ты гоняешься за псом. Дорогие мои, честно сказать, я понимаю, что нас будет немного, я понимаю, что людей чести, людей принципа будет очень мало, но я верю, что они хотя бы будут хотя бы несколько их. Я верю, что поголовная вот эта вся дрянь, которая льется сейчас, весь этот мусоропровод, где все иди, бери. Дорогие мои, вы даже не представляете, что скоро за все это придется отвечать. За каждую душу, которую ты ввел не туда, ты будешь отвечать. Всякому, кому ты выдал доктрину не ту и намолил что-то не то, эта душа на тебе будь очень аккуратен, что ты говоришь. Идем дальше. Цена скидывается только на то, что изначально не имело цены. Зайди сейчас, вот у нас светли здесь есть. Дилерская Бентли, дилерская роллс ройса дилерская Ламбургини, дилерская Феррари. Подойди скажи, скиньте 50%, за кеш возьму. А, у вас, вы просто никогда не ходили на дилерскую Феррари. Советую, сходите. Попроси. Это будет анекдот века. Вы знаете, что мне нравится? И знаете, и ты можешь сказать: так у вас же никто не берет. А Бентли, можете сказать, да мы не, мы не советуем. Эта машина вообще не для широкого. Эта, эта, эта машина только для тех, кто может ее себе позволить. Так вот я тебе говорю, честь, она не может быть для всех. Она может быть для тех, кто может себе ее позволить. Можешь ли ты позволить себе честь? Нет! Не будешь иметь. Честь не скидывается. Ну зато пойди сейчас на стояночку Хундаев. О! Заходи, родной, две за цену одной. Ты включаешь, вы когда-нибудь видели, скидка на Феррари, вот по телевизору. Быстрее, быстрее, сейл, сейл, сейчас, только сегодня. Никогда не видели и не увидите. Эти машины держат цену до конца жизни своей. У нее колесо, колесо стоит, как весь Хундай. Ладно, я, я не хочу туда идти. Я не хочу. И я. Это, да, кстати, была не шутка. Больно. Скидывается на то, что изначально не имело цену и никто им не ценил. Другими словами, слушай сюда, сильная личность дает своему товару, товар определяет своего покупателя. Слабая личность дает покупателю определить цену его товара. Не поняли? Еще раз скажу. <laughs> сильная личность – это та, которая имеет такой высококачественный товар, что никогда не позволит никому сбить. Не можешь себе позволить, значит, ты не имеешь права иметь этот товар. Это сильная личность. Слабая личность – ему лишь бы сбыть. Он делает любую цену в зависимости от того, кто хочет, когда хочет и где хочет. Другими словами, я подхожу и говорю, слушай, мне нужно. Он говорит, а, нужно, ну все, договоримся. Когда ты пойдешь на настоящую дилерскую, чего угодно – они тебе скажут, ну, договориться не сможем, потому что как только придешь с полной суммой, тогда и поговорим. И ты, а можно? Нет, нельзя. О, какие вы плохие. А вы такие, э -э вы, вы такие непопулярные. окей. Oh. Okay. Хорошо. А Хундаев везде много. А вот ваших Ламборгини, там вот одну видел за 10 лет проезжала. Ну, зато когда она проезжала, все остановились. Кстати, эту часть надо посмотреть тем, кто слушает нас по MP3. <с tôi> <кười> <кười> Это не переводится. Итак, ты здесь, ты понимаешь о чем? Я лучше буду с одним единственным экземпляром шедевра, за который я уплачу все, что только можно уплатить, чем каждый день менять что-то, каждый день скидывать цены, каждый день, дорогие мои, не имеет ценности. Поэтому я говорю, дорогие мои, тот товар, товар, товар реформации, трансформации, который выдает центр трансформации, будет стоить тебе все. Знаешь, почему я тебе говорю? Тебе правда будет стоить, потому что мне правда стоило всего, чтобы здесь мне стоять. Слушай сюда, это не только ненависть, плевки, обрыгивание, ложь, предательство самых близких людей, дорогие мои, выслушивание грязи. Другими словами, тебе придется уплатить все. Тебе придется уплатить все, что только может твою в голову прийти, чтобы стоять в истине и говорить правду. Дорогие мои, некоторые не могут в своей церкви сказать, кого они слушают. Потому что если они скажут, кого они слушают, на них весь ад срывается. Представь, это я, которого они слушают. Представь. Мне моя правда стоила дорого. Это значит, что тебе правда будет стоить тоже дорого. Я не верю в ширпотреб. Я верю в качество. Цена скидывается только на то, что изначально не имело ценности и во что не вкладывали сил и качества, любви. Бесплатно можно взять только то, что не стоило ничего. Товар всегда определить своего покупателя. Сильные дают свою товару определить своего покупателя. Вот, например, наши девочки, вот, да? вот наша команда, да? Вот они любят разные сумочки, например, да? Скажем такие у некоторых из вас машины дешевле стоят. А, ну это так, нет, я шучу. И, вы знаете, и вот иногда вот... Э, я, я ничего не против, нормально все. Мы с женой давно уже договорились. Ну, ладно, это своя тема. А, и а, вот она, <laughs> это, это семейная тема, это семейная тема. И вы знаете, мы давно договорились, что она, она имеет право позволять себе, что хочет. Почему я ее люблю? Окей? <laughs> <Okay. смех> и я так скажу, они, когда заходят даже покупать марку этой сумки, там тебе ее никто не дает вот, знаете, а ну а, за доллар забирай. Чуть, 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 стоп, стоп, стоп. Так я хочу качество, так за качество уплатишь. Дорогие мои, начинают всего, ты одежду не купишь нормальную, ты ее за нее заплатишь. В Америке очень простой принцип: если ты что-то купил дешево, я с тебя буду смеяться, потому что хорошего ты сто процентов ничего не купил. Оля, тишина. Что это? Халяцкий принцип нарушили, да сейчас? Ты меня убил, а я-то думала, что вот тут дешевого ничего нет. Качественного и хорошего. Поэтому советую изначально платить как в жизни, так и в духе. Вот и все. Хочешь что-то серьезное, уплати, будешь иметь. Смотри. Много лет назад, будучи молодым христианином, я думал, что церкви не достает чудес и знамений. Знаете, у меня такое вот было предвзятое отношение. Я думал, Господи, вот когда чудеса начнутся, все в тебя поверят. Мы уже, как центр трансформации, можем сказать точно, что когда у нас в 2009 году баба-бахнула, все в нас поверили, как в еретиков, сатанистов. И <реклама> <реклама> я такой говорю: ну нельзя, ну не поверить, ну на тебе, и ноги растут, и рак, раковые опухоли исчезают. На глаза у людей пальцы дорастали, ноги росли, чудеса, знамения, зубы золотые. Ну, ну все, ну что только можно в голову, все. Бабак! Все. Я, о -о -о -о. я думал, что церковь вырастет. Церковь в половину меньше стала. Помните? Ты здесь. И такие, о, -о, о, Господи. И я думаю, знамения? Какие знамения? Знамения привлекут людей, да знамения убьют всех. Потому что если они между тобой и собой чувствуют сейчас такую, знаете, дистанцию, то когда чудеса и знамения, а между тобой и тобой пропасть чувствовать будут. Вы знаете, почему люди больше любят ложь? Потому что с ложью прожили намного дольше. Ложь комфортнее, ложь, знаете, ложь намного выгоднее. Потому что ложь это короткий путь. Скажите мне, всегда легче сказать правду в глаза или соврать, отмазаться? Вот и все. Вот мы решили этот сумбурный вопрос. Смотри. Итак, Бог сосредоточен на, больше на источнике. Вы знаете, Uh, и, и когда я начал двигаться в определенном уровне сверхъестественного, я увидел, что это совсем не так. Я говорю, «Господи, зачем?» Да, Бог привлек определенный уровень людей. Конечно, я понимаю, что это все произошло и происходит из-за Божьего, как бы сказать, плана. Но я вам честно скажу: если кто-то думает, что чудеса привлекут людей, то ты глубоко ошибаешься. Okay? А -а -а, глубоко ошибаешься. Итак, идем дальше. Вы знаете, Иисуса не приняли, когда Он воскресил Лазаря, что хотели сделать Его? Что, кто хотел с ним сделать? Что? Убить и кого, и Лазаря, и Иисуса. Дорогие мои, поэтому будь очень аккуратен, если ты кого-то воскресить хочешь. Потому что могут обоих похоронить. Были похороны одного брата, хоронят двое. А что? Так кто его знает? Воскрес его, ребята. Поэтому, дорогие слушай, будь очень аккуратен, что ты просишь у Бога. Потому что, прикинь, а оно раз и произойдет. Ты к этому даже не готов. Да воскреснет он, Он воскрес. Итак, Бог сосредоточен больше на источнике, он работает больше над мехами. Вот почему написано, вино не вливается в мехи. Почему? Потому что Бог перед тем, как влить, смотрит куда. И если мех поврежденный, дырявый, старый, прокисший да, как, почему в старые меха не вливают? Потому что испортится вино. Потому что принцип а, говорит, что в мехах, когда выливает старое вино, остается закваска, остается ДНК старого вина. Все за мной, да? Когда выливаешь новое, оно даже не, прокис, оно не идет через процесс. Оно моментально касается того вина, которое было, и моментально пропадает. Вы все за мной? Ну, если, если кто не в курсе, мы, у меня бабушка вино хорошо делала, ну не, не для нас, нет, не для. Я как бы наблюдал за этими процессами, как она эти все. У нас не было мехов, у нас там были банки десятилитровичи, если кто понял, там булькало все, буль, 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 буль. Я иногда проверял на пробу, иногда проверишь на пробу и бабушка тебя полдня ищет, где я, внучок, а внучок в погребе морковкой закусывает. Ну ладно, это, это история из детства. Оно такое молоденькое, хорошее. Знаете, сок. Сок, мы называем его сок. Окей, сок. <свы> 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 а, Иисус, какие были веселые времена. <свы> <свы> Не удивляет ли тебя тот момент, что ты часто найдешь помазанных гордецов и одаренных подлецов? О-о-о, о! Ты за мной, да? За мной. Смотрите, сейчас я иду куда-то. Я куда-то иду. Мы это даже можем с вами видеть не из-за того, что вокруг нас. Вокруг нас помидоров хватает. И тараканы тоже свои водятся. Мы можем даже это сказать из. Например, возьмите Саула. Саул был помазан, так? Но он был гордец и подлец. Все понимают, да? Вы знаете, мы можем взять из книги Божьи генералы, там, где он выходил и воскрешал мертвый, и здесь же со своей секретаршей блудил, окей? Okay? То есть здесь же, здесь же из приношения, которые люди давали, крал, здесь же, на ходу. То есть и получается, что ты можешь абсолютно видеть, но он был помазан, Бог использовал его элемент, окей? Okay? Бог использовал его, пока этот человек мог быть использован, окей? Okay? И поэтому здесь нет ничего странного, что, а как Бог может его использовать, поверьте, Бог может очень много чего, окей? Okay? По ходу дела он может быть и его привлечет к ответственности, и еще людей спасет некоторых. Потому что спасает не, его, не он, а спасает элемент Бога. Все со мной, да? Поэтому уже можно расслабиться насчет этих моментов. Ты можешь быть абсолютно быть потерянным, но помнишь, как написано, чтобы проповедовать другим, самому не остаться? Что? недостойным. Не То есть, другими словами, ты можешь абсолютно проповедовать другим спасать. Другие сам абсолютно не входить даже в Царство Небесное. То есть и об этом пишет Павел. Okay. Поэтому все понятно. Итак, эм, я часто нахожу да, помазанных гордецов, одаренных подлецов, которые начинают с правильной платформы, потом на своем э, даре манипулируют и начинают уже сшибать деньги. Такого типа, как я помолюсь за всех, когда вы придете в ведро, бросите деньги. Я помолюсь за вашу материю, я помолюсь за вас, когда вот я увижу, что что-то кинулось в ведро. И это я видел своими глазами, это даже без разговоров даже не преувеличу ничего. То есть, э, но ну, поначалу начиналось все абсолютно классно, чисто, честно, нормально. Но потихонечку вошла вошел вот эта э, платформа. Почему она вошла? Потому что изначала, когда человек начинает быть употреблен Богом, дорогие, мои, позаботьтесь это, об этом. Вы должны позаботиться, чтобы у вас уже были принципы, которые остановят вот от этих действий. У вас уже должен в вас уже должен быть какой-то сдерживающий элемент, что если это произойдет, вот это меня остановит. Все со мной, да? Это мудрость не входить в что-то, пока ты не приобретешь все сейфтиз, да? Все, все охраняемые моменты. Вы знаете, самое интересное, мы с вами сейчас дом не можем новый купить, в котором стоят сигнализации, все эти смог-детекторы, всякие там, знаете, которые э, реагируют на дым, понимаете, да? Все пищит, все работает. Почему? Вот это говорит мне о том, что вот оно не надо. Ты знаешь, что в один прекрасный момент именно эта маленькая штучка, которая стоит 999, спасала жизни людям. Стоп, твой дом стоит полтора миллиона, а спасла твою жизнь вещь, которая висела на стене, карбон моноксид монитор. Все понимают, о чем я говорю? Вот этот карбон моноксид, вот эта вещь, этот дым, который вышел, зашел в дом, и люди абсолютно во сне все умирают, если эта штука не срабатывает. Во сне не просыпают, вся семья мертвыми просыпается, и были такие случаи. Самое интересное, я смотрел недавно передачу, где они говорят, да, у нас вот такенный дом, но когда-то муж, когда-то муж паранойно просто взял, купил и приклеил на всякий случай, и вот этот всякий случай. Вот этот принцип на стене за десятку спас всей семье жизнь. Дорогие, знаете что? Иногда это не размер твоего служения, иногда это маленький принцип, который выдержит и спасет тебя. Ты здесь, ты со мной? Иногда это маленькая, маленькая честь, которая срабатывает в твоем сердце, и ты говоришь, не прикоснусь к чужому, не, не коснусь чужого мужа, не коснусь чужой жены, не коснусь чужих финансов, не коснусь... Другими словами, ты оградил себя, поставил межи, как говорит Давид, межи мои пошли по прекрасным местам. Другими словами, он говорит, смог детектор, и пошли по прекрасным местам. Все вот эти алармы, сигнализации были выставлены правильно. Как только... О, какая... Межи пошли по прекрасным местам. У тебя есть межа, у тебя есть принципы, у тебя есть честь. Я хочу помазания. Стоп, стоп, стоп. Ты его получишь. Я не... Написано, что тот, кто будет молиться и просить, Бог, Бог даст даже по неотступности. Библия говорит: просто ну хочешь, ну на. Помните, как просил Израиль царя. Честно сказать, Саул не должен был быть царем. Царь воспитывался настоящий царь. Но они сказали, они выпросили. Написано, они выпросили. Скажите мне, царя Саула поставил Бог? Бог. Но он не должен был быть, не должен стоять. Потому что Саул ввел в ужасное, он перерезал город пророков. Можете себе представить? Всех зарезал. Священников, знаете, город священников. И мы с вами понимаем, что этот человек точно, он не должен быть на этой позиции, но они выпросили, будь аккуратен, что ты просишь у Бога. Будь аккуратен перед тем, как попросить, можешь ли ты пройти до конца жизни победителем. Могу ли я о тебе даже услышать через пять лет твоих громких заявлений? Хотя бы услышать о тебе, хотя бы увидеть, существуешь ли ты. Не то, что там У -у 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 -у. понеслась. Итак, в древние времена, Ха. вы знаете, мне нравятся древние времена, в древние времена не было сош социального номера, social security. Скажи мне, как можно было проверить тебя, какой ты человек, твою историю? А никак. А в древние времена не было паспортов. Ну, потому что, ну, в реальности тогда и бумаги толком не было. Окей? Okay? Там что там было, кусок кожи, на которых там иногда царь какой-то указ писал, и этот указ никому не раздавали. Его разворачивали, читали и заворачивали, в другом городе читали. Поэтому не было бумаги, не было паспортов. Естественно, не было никакой идентификации. За остальные электронные вещи ему вообще это все отпадает. Это совсем недавняя вещь. Итак, что являлось идентификацией личности? Честь. Единственной идентификации личности в средние века, в ранние века это было только исключительно честь. И если твой дедушка был гад, предатель, угадай свою судьбу. Ты будешь дедушкина все нести. Почему? Потому что все знают, это сын, это... А евреи, как мы знаем, они очень хорошо свою генеалогию держат. Кто откуда, кто кого, кто чей сын, кто чей папа, тот родил того, тот родил того, тот родил того. И они очень аккуратны в сбережении своей линии. Почему? Потому что это единственное удостоверение их. Ты должен быть очень аккуратен, кто там находится. Ты должен быть. Знаете, почему? Мне нравится еврейство, потому что теперь он, он знает свою линию, и теперь он не хочет ее испачкать. Это уже честь. Я в линии великих людей, и я не буду портить моим детям будущее. Дорогие, так вот представьте, в духе Бога не волнует твой социальный секьюрити, твой номер, твоя кредит карточка и твой паспорт. Единственное, что в духе отличает меня, тебя, их от нас, нас от них, всех от всех, это удостоверение твоей позиции и чести. Все, ничего. Бог Давида избрал, дорогие мои, скажите мне, у Давида сначала была честь, потом корона? Или сначала была корона, а потом честь? Сначала была честь. Вы знаете, самое интересное? Давайте прочитаем сейчас еще один момент. Еще один момент. смотри. Итак, мы с вами встречали одаренных подлецов. Вы знаете, что самое интересное? Я никогда не встречал подлеца с сильными стандартами. Никогда. Вот если он подлец, он подлец. Вы знаете, что самое интересное? Когда я встречаю человека чести, Бог мой, как, как уникальны эти люди, как честно сказать, дорогая семья, как их немного. Как мало людей могут честно поговорить с тобой глаза в глаза, как много льют за тебя Он как много, Как много происходит в последнее время вещей, которые даже не котировались в, во времена апостолов. Как тяжело смотреть сейчас на христианство, которое сгнивает и сжирает само себя. Итак, в древние времена единственное удостоверение – это твоя честь. Когда ты терял честь, даже дети и внуки носили поношение. Это история, это не придумано. И когда человек терял честь, он терял все. И очень часто, когда человек не сдерживал свое слово и терял честь, он даже терял свою собственную жизнь. Все понимаете? Он что-то пообещал, не исполнил, его жизнь пришла к концу. Одно слово, на сказанном человеком чести, решало часто судьбу всей страны. Одно слово. Если ты подошел к человеку, и он сказал тебе одно слово, если этот человек имел честь и позицию, это решало судьбу всей твоей жизни очень часто. И знаете, мне нравится даже фараон, да? Фараон, возьмите, возьмите, даже тот же самый фараон, он сказал, я ничего не сделаю без Иосифа, ничего, он даже перстень свой снял. Даже он не мог печать поставить, даже когда хотел. И Иосифа нужно было позвать и сказать, поставь печать. Он ему печать отдал. Свое перстень отдал, перстень власти. И он говорит, я без тебя ничего, ни они, ни я, без тебя ничего не будем. Я буду, буду только выше тебя, по трону. Все. Другими словами, уникально, как решало раньше все одно слово. И честно сказать, с Иосифом тогда, ну, было, надо было очень быть аккуратным. Потому что один его неправильный взгляд в сторону. Удостоверение не надо. Скажи только слово, и мне достаточно. Я тебе поверю, потому что ты личность чести. О, как я мечтаю о том времени, где мне не нужно тебя проверять, вычислять и подсиживать и подслеживать. Скажи мне только одно слово, и я буду верить тебе, потому что ты человек чести. Ты сказал, сделаешь, ты умрешь, но сделаешь. Действия в тайне непопулярны. Сейчас очень, знаете... Вот честно сказать, вот это все, все вот эти соцсети. Честно сказать, я с выходом соцсетей и всех публичных аккаунтов, у которых есть, да, вот паблик аккаунт, вот эти публичные аккаунты, твои там твиттеры, там фейсбуки, там инстаграмы, разные-разные аккаунты, их много разных, там вконтакте, там одноклассники. Ты знаешь, я очень сильно стал с выходом этих сетей сомневаться в мотивах людей, которые выставляют, как они кормят, как они молятся, как они постятся, как они... Потому что, дорогие мои, никто не хочет делать этого в тайне. Вот если я кого-то накормил, обязательно селфи с бомжом. Не успел кому-то помочь, уже уже весь мир об этом знает. Ты уже награду свою получил. Дорогие, мои, а что если просто забыть? Это ладно, твоя жизнь. Слушай, честно скажу, вот я наблюдаю за всем этим, я абсолютно сомневаюсь в некоторых молитвах, которые там публично выходят. Потому что Библия, смотри, что говорит. Смотри, что Библия говорит. Матфея 6.6. А когда молишься, войди в свою комнату и сделай личную фотографию. Называется селфи. И напиши на всех соцсетях, как ты сегодня пообщался с папой. И папа, который видит твое селфи и присутствует, видящий селфи, он воздаст тебе явно. Бог посмотрит говорит, о, дает, а? Не-не-не, стоп, стоп, стоп. Это, это совсем современный. А ты же, когда молишься, войди в свою комнату и, затворив за собой дверь, помолись отцу своему, который в тайном месте присутствует. Ты заметил, что отец, ты его не видишь. Почему? Потому что это смысл. Он живет в тайне, и Он хочет общаться с тобой, где никто ничего не видит. Очень часто, дорогие мои, а, честно сказать, положа руку на сердце, дорогая семья, я устал от показухи. Реально. Просто положи руку на сердце. Где настоящее служение Иисусу Христу и своему народу? Где? где? Где вот это служение, где я ничего не буду знать о тебе? И когда ты пропал с Фейсбука на неделю, я, наверное, знаю, где ты. Ты, скорее всего, закрыл все, и ты общаешься сейчас с Отцом. Наверное, твое исчезновение будет показывать мне больше. Ты, ты со мной? Вот просто раз и на месяц тебя на Инстаграме нет. Нет, ты не ушел от Бога, ты наоборот к Нему близко пришел. <с> И у тебя нет времени заниматься вот этой ерундой. Я понимаю, все эти соцсети имеют свой плюс. Ты можешь выставить очень классные вещи, но, дорогие мои, есть вещи, которые не должны там быть. Все со мной? Потому что если Библия говорит, правая рука не должна знать, что делать левая, то, дорогие мои, там у нас не только руки знают. Там у нас вся, вся Ивановская знает. И Отец, который видящий тайное, Он воздаст тебе явно. В последнее время разводится куже, куча служителей, я так скажу, в кавычках, да. В последнее время завет по выгоде. Пока этот человек мне выгоден до тех пор, пока у меня с тобой будут отношения. Вы знаете, как я устал? Знаете, и сейчас даже я сомневаюсь, когда люди ко мне подходят. Я честно сказать, честно, дорогие, в это тяжелое время я даже сомневаюсь в Твоей настоящей дружбе, потому что, скорее всего, я подразумеваю, я тебе где-то нужен. Знаете, мне так нравится одна передача, была, я не знаю, есть она сейчас, где, напомните мне, где, это было несколько лет в Америке, подряд сериал такой снимали, реалити, реалити шоу, где приезжал миллионер и абсолютно переодевался в простого человека. Напомните, как это называется шоу, кто-то помнит? Короче, не не, Андер, не бас, не бас. Это именно было, где вот миллионер приезжал с Европы, от, от, отовсюду, с от любой страны, даже с Америки, он просто переодевался и начинал встречаться с девушками. Ну ладно, ладно, ерунда. И, в общем, он переодевался из миллионера и начинал, вы знаете, самое интересное, как реагировали, когда узнавали, кто он. Уу! Самое интересное, а, а смысл у этих парней, молодых миллионеров, это ты был. Они говорят, мы не можем найти себе девушку, потому что все, кто около нас, хотят кусок нашего богатства. Дорогие, так вот у меня вопрос. Может быть, все, что сейчас происходит, это всего лишь кто-то хочет тебя поиметь. И задается такой вопрос, а честно мы дружим с тобой, или это всего лишь какое-то кидалово? А действительно ли ты хочешь со мной сделать фотографию для себя, или эта фотография сейчас кому-то утрет какой-то нос? А действительно ты хочешь, чтобы я тебе приехал на конференцию и помог жить, а не просто заткнул всем рот и сказал, во, видели, что мы можем наворотить? А действительно ли, когда ты пересылаешь десятину в центр, ты это делаешь, чтобы никто не знал и не видел, или ты это просто свищишь, и чтобы за тебя и молились, теперь весь центр тебе должен за твою десятку? Дорогие мои, у меня просто вопрос, а действительно ли все так, как мы с вами видим на данный момент? Честно сказать, когда я был никем, я больше был уверен в своих друзьях, чем когда я стал кем-то и начал быть известен. Потому что теперь, дорогие мои, теперь извините меня, некоторые люди говорят, а почему ты людей держишь на расстоянии? Дайте-ка расскажу, и это будет очень долго. Ты здесь? Последнее время завет по выгоде, ты просто удивляешься, думаешь, Господи, ну действительно, если что-то, что просто не хочет тебя просто использовать. Есть ли кто-то, кто просто хочет с тобой дружить, просто дружить, как личность? Просто пригласить тебя на мясо, чтобы никто об этом не знал. Просто пригласить тебя на какой-то там шашлык. Как это, что никто, никто ничего не знает, никто ничего не... Настоящая, настоящая дружба. Встретился с одним, всех остальных жаба задавила, и теперь я не только приобрел друзей, я кучу потерял. Чисто думаешь, господи, да что делать вообще-то в этом мире сейчас? И уже не знаешь, что делать. Хоть бери там, знаешь, наращивай бороду там и в другую персону превращайся там, знаешь, там и, и просто начинай жить. Дорогие, запомните, сейчас битва идет не за чудеса и знамения, послушайте. Чудеса и знамения происходят сейчас у картежников за столами. Чудеса и знамения происходят у самых мелких, я так скажу, у самых мелких вот этих ворожеев, да, начинающих колдунов. У них самые простые вещи, у них все чудеса, и он тебя может шокировать весь вечер сидеть. Разве в этом, да, написано, в последнее время войдут такие, что еще у церкви ёкнет. От, от их чудес. Дорогие мои, но разве это критерий, по которому равняется человек? Я вам говорю, мы прошли через все это, но не равняется по этому, по, по, по чудесам человек. Не равняется. Если кто-то молится о чудесах знамениях, я понимаю, тут в центре все уже все поняли. Если там кто-то молится об этом, Бог мой, да остановитесь. А, скажи, Бог, сделай из меня человека. Человека с большой буквы, который любит, ценит, дружит, прощает. Носит на... Но... Просто, просто человек! просто человек. Не надо, вот пастор, когда ты приедешь, а вдруг я хочу приехать просто с вами посидеть, а не молиться за вас. Просто посидеть с вами, чай попить можно. Без фотографий, без молитв, без конференции. Можно или нет? Все, кто то кого-то использовать хочет. Если ты что-то в жизни заимел, я даю гарантию, если здесь находятся люди, которые успешны в бизнесе, скорее всего, у тебя очень много друзей сейчас напрашивается. Разных. Есть кто, есть кто в теме, да? Я знаю, здесь есть бизнесмены, ребята, которые работают, у них успех. И это хорошо. Благослови вас Бог. И я вам честно говорю, и, э, есть люди. Вы знаете, как только, э, знаете, смотришь, там девушка никакая была, как только привела себя в порядок, опа, сразу женихов появилось сколько-то. И все смотрят только на сердце. Ладно. Вы за мной? Итак, сейчас битва идет не за чудеса и знамения и духовное проявление, а за честь принципы и стандарты неба. Дорогие мои, вот это отличит меня. Дорогие, честно скажу, вот честно скажи, вот, вот честно скажу, вам положа руки на сердце, все закончится. Закончатся все твои песни. Все твои пляски, все мои проповеди, все наши трансляции, все закончится. Все чудеса закончатся. Потому что, честно сказать, ну зачем Богу чудеса, если Он сплошное чудо? Он, он там отвернулся, нечаянно чхнул, и вся Земля исцелилась. Вся. Представляешь, в пустыне около трех миллионов, двух с половиной, трех миллионов людей 40 лет. Ладно, там у тебя зубы не болят, у тебя обувь не стирается. Объясните мне это. Нет, вы думаете, чудо у Бога, Господи, подними, такую, подними такого служителя, где не будет болезни. Был, Моисей звали. Был такой служитель, который поднялся, и пока он жил, пока ни у кого ничего не болело, нигде, нигде не, не было выкидышей, никакого смерти. Вообще, все, вот живет Моисей себе спокойно, и 40 лет вот эта нация, обувь не снашивается. Царство Бога на земле, вот, болящего написано нет, вообще ничего. Вот просто ходят и, я не знаю, скучно, прикинь, ничего куп... золото носят просто так. Просто так, золото надо, а зачем оно мне? То есть купить, а зачем покупать, если все есть? То есть, и... ну, поноси мое золото. Нет, сам носи. Вы заметили, как меняются ценности, когда в твоей жизни нет нужды? Ага. Итак, первое подделать возможно. Чудеса знамения. Абсолютно подбросить камни, выдернуть у птицы задницы перья. Обмазаться елеем там, намазаться какими-то блесточками какими-то там и сказать. Да что хочешь, в это время можно придумать. Боже мой, да сейчас клоунов каких хочешь есть. Смешно. Сказать, что ты выздоровел, придумать историю посещения какого-то ангела, придумать, какой-то пророк тебе пришел, какую-то мантию тебе дал. Это любой из вас может соткать любую историю сейчас. Мысли своего сердца просто выложить за реальность. Ну вот второе невозможно подделать. Принципы или есть, или их нет. Или есть, или нет. Принципы есть или их нет? И во всем, и все, и, и, это всем видно по плодам. Твои сопливые дети знают, есть ли у папы честь дома или папа брехло. Ты, ты со мной, да? Ты тут можешь мне рассказывать, да что хочешь. Когда мы заходим в твой дом, например, и дети там, Смотришь, он бедняга, он вы, 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 аж вы, это, вытягиваться начинает. Он не знает, что сейчас будет. По соплям, по ребрам. Он не, он, он не виноват, но он придумает, за что же он виноват, потому что сейчас получит за что-то. Твой пес больше знает о твоем паршивом характере, чем все остальные. Потому что однажды вовремя не ушел с дороги и пережил твоим принципы на своей заднице. Ну лежит собака, ну чё? А у меня, я, я, я во гневе. О, если бы спросить твоего кота, кто ты в реальности? Ведь он-то видит все. Вот он лежит во время всех твоих принципов там. Вот лежит котяра, да, и просто наблюдается. Вот если честно, взять, допросить твоего кота подключить под аппарат и просто вот научить его говорить, вот, просто сдай своего хозяина. Боже мой, если бы наши животные церковь умели разговаривать, прикидывайте. Боже мой! Если бы твой попугай по-настоящему заговорил, который видел вот то. Благодари Бога, что у нас животные не разговаривают. Благодари Бога, что твой кот не разговаривает. Дорогие мужья, мужчины, здесь, там, спросите у ваших жен, кто вы в реальности. Один раз посадите свою жену. Посадите свою жену и скажи, я тебя не буду бить в лицо. Сегодня. И я не буду на тебя кричать, и не буду говорить тебе, что бабла не дам. Ну, в общем, я, я вот, вот на этот день ты можешь выстрелить как хочешь. Словами я имею в виду. Вот, вот все, что есть, заряжай и стреляй. Жены, представляете, если вам муж дал вот разрешение на целые сутки, а рассказать ему. А сделайте когда-нибудь, мужики, бросаю вам вызов. Ага. Жены, то же самое. Разрешите вашему мужу высказать. Ну, в принципе, это его вообще-то обычно не удерживает. Обычно большинство мужей это не удержит, они и так все скажут. <клых> Но ну, в принципе и некоторые жены это не удержит, вообще-то, зная некоторые семьи. Как у них ничего до заката солнца не остается несказанным. Ну ладно, <клых> словарный запас должен быть выговоренным, а? Вы знаете, и честно сказать, когда ты смотришь на абсолютные вот эти принципы, на все, да не нужны мне посещения ангелами, когда ты редиска. Когда ты плохой мальчик. Когда ты в реальности, не надо мне твоя милость, переданная Каким-то ангелом, какому-то человеку. Да не нужно мне твое служение, если ты не, не умеешь, не имеешь чести, не почитаешь, не любишь и не ценишь. Это уже, об, это все уже о тебе говорит. Вы знаете, честно сказать, умеют ли люди говорить правду в глаза? Вот это отличит. Или ты просто хочешь собрать вокруг себя людей, которым ты просто будешь потакать, они будут слушать тебя, ты будешь им продолжать опять говорить то, что они хотят слышать. Интересно. Вы знаете, там на поле битвы, когда пришел Давид, ну, ну, ну представьте, ребят, ну честно, ну не буду читать эту историю, все знают. Ну пришел Давид, ну скажите мне, ну что, ни у кого не было ревности, кроме этого пацана. Получается так? Реально, ну пришел вот Давид, вот пришел вот на поле, и, и, он, и он слышит эти слова, и он недоумевает вообще как? Вы знаете, что в нем сработало? В нем не сработало помазание церкви. В нем не сработало там псалмопевец, он, он, не за, он не заиграл его до смерти. Вы он не, за, не запоклонял Галиафа там насмерть. Дорогие мои, обыкновенная вещь сработала в сердце Давида честь. Принципы. Он просто посмотрел и сказал: это там, где я, не происходит. А если это происходит, значит этот мужик нарывается на неприятности. Он, естественно, попросил разрешения у Саула. Саул ему разрешил. Давид не вырывал без разрешения никуда. Если люди говорят, Давид вышел на служение, да Давид не делал ни шага, не спрося у Саула. Давид даже бегал от него и умолял его, что ну, ну не бегай за мной, ну пожалуйста. Ну я же убью тебя, ну я не хочу тебя убивать, ну просто не бегай за мной. И у Давида просто сработала честь, настоящая честь. Вот почему все остальные цари потом равнялись по Давиду. Вы знаете, что мне нравится? Да, Давид упал в блуд. Да, с Версавией. Но знаете, что самое интересное? Давид, имея честь, произнес сам над собой наказание, когда он услышал притчу пророка. Помните? За овечку. Помните, да? Это о чем говорит? Это говорит о том, что Давид абсолютно имел честь. Он просто соскочил. И вы знаете, он не послал этого пророка. Он спокойно подчинился наказанию Бога. Вот это делают люди чести. Даже если человек чести согрешает и падает, что бывает, то твоя честь всегда исправит тебя и выведет тебя в нормальное состояние, как было и с Давидом. Уникально. В последнее время нам не нужна восстановление чудес, знамений, исцелений. Нам нужно восстановить чистые сердца, честь, принципы, стандарты жизни. Нам нужны пасторы и служители и апостолы чести. Я верю, что сейчас это, это слово, оно должно просто косуть, коснуться тех, кто слышит нас. И должны подняться эти малые группы, эти люди, реально просто ходящие с Богом, ищущие только Его, желающие только Его, не желающие никаких пиаров, камер, никаких известностей, просто желающие по-настоящему Бога. И только Его одного. Уникально то, что по истории, когда начинались гонения, предательства, когда начинается страшное время испытаний, то все опиралось на людей чести и тех, кто сможет выстоять, тех, кто не сдаст своих братьев. Знаете, я знаю истории, где пастора и диакона, да, люди, они шли, шли, буквально шли на смерть, но они никогда не открывали место, где находятся их братья и сестры. Вы знаете, я знаю людей, просто по истории, опять лично не знаю, по истории рассказывали, мне рассказывали, они говорят, мы просто сейчас живые только по, одному, по одной причине, потому что наш лидер еще во времена коммунизма просто отдал себя, вышел первый, и, о, и говорит, его взяли, а нас не взяли, он не сдал. Вы знаете, самое интересное, опять же говорю, дорогая семья, что все мы можем молиться и излагать руки, а когда настанет вот это, кто ты в реальности? Когда действительно тебя захотят убить, и когда действительно они попытаются это сделать. Что? Кто ты? Угу. Сейчас все мы можем, знаете, кричать, плясать, свистеть, дуть, пиджаками махать, раздавать мантии. А когда начнется действительно боль и жестокая битва, сработает ли твоя мантия, которую ты получил там где-то? Вот та бесплатная лычка, которую тебе там приклеили, и там тебе фиф, дунули, и тебе сказали «Вперед!» Ага, а вот это не сработает. Сработает то, что у тебя внутри есть или его нет. Сейчас в благоприятное время. Для многих стран любой мошенник может занять место впереди. И как только начнется давление, именно там проверится, кто они в реальности. Вы знаете, в 2000 году после развала моей церкви у меня был период, где я пытался всеми силами вернуться назад в служение. Вот эта маленькая история, я ее рассказывал в, Кё, в, этом, в Манхайме, если кто смотрел. Я сейчас просто расскажу, потому что знаю, что большинство из вас не смотрело конференцию в Манхайме. Кто смотрел конференцию в Манхайме, поднимите руку. Ну, я же говорил. Хорошо. В общем, вот эта маленькая, маленькая история из моей жизни, которую я поделюсь с вами, и на этом я окончу. Бог задал мне несколько вопросов. Вот именно там, вы знаете, именно там, когда у меня первая церковь развалилась, вы знаете, я битый Волк. Это, это, это не слова и не шутки. Я би, реально битый волк. Я человек, который действительно пережил уже одну церковь несколько лет, и мы там много чего делали для Иисуса. Но потом у меня состоялся настоящий разговор перед настоящим выходом в мое призвание. И Иисус задал мне вопросы, на которые я знал ответы, но я не хотел их отвечать Ему. Потому что внутри, в глубине, я-то знал, какой я паршивый человек. Итак, вы знаете, нам иногда с вами нужно провести время с собой. Не так ли? Вы знаете, самое интересное, знаете, кто избегает, больше всего избегает одиночества? Тот, кто боится, что он же рассказывает себе все о себе. Вы заметили, как только ты остаешься наедине, моментально на тебя наваливаются. Другими словами, ты хочешь разобраться с собой. Знаешь, вот ты не видел долго человека, он говорит, слушай, я, я хочу с тобой поговорить, я хочу с тобой поговорить. И ты такой, не сегодня, не сегодня, не сегодня. Потом опять ты заходишь такой, слушай, слушай давай, давай поговорим, давай поговорим. Да не сегодня, не сегодня. Вот так мы напоминаем себя. Ты просишь себя поговорить с собой же, и ты же от, отходишь в сторону, потому что ты знаешь, что тот ты скажешь тебе все. Уникально. Может это... Ну, это не психбольница нет. Это настоящая жизнь, где мы избегаем себя же, потому что вот эти ответы, мы должны, мы должны ответить на эти вопросы. Бог задал мне несколько вопросов. Просто расскажу из моей маленькой истории моей жизни. Это еще те 2000-е годы. Зачем ты это хочешь? Для кого ты это делаешь? Вы знаете, я долго... Бог мне спросил, ради чего ты все, вот что ты хочешь, вот ради чего ты это все желаешь, зачем оно тебе? И вы знаете, я долго не мог ответить на этот вопрос. Проходили недели, я не могу ответить на этот вопрос, или, точнее сказать, все мои ответы имели в себе корость, зависть, желание кому-то что-то доказать или прославить себя. Как бы я пытался найти хоть маленький хороший мотив в том желании, в котором я хотел для Бога, я в нем находил неправильные, неправильные моменты. Вот честно, церковь, вот, положа руку на сердце, просто раскладывал свою жизнь и думал: Господи, ну честно, ну я эту конференцию хочу, чтобы просто заткнуть вот тех. Вот это помазание я хочу, чтобы просто выйти и там. Хе -хе". Я, да, Господи, я хочу, чтобы меня знали больше, потому что потом все посмотрят на мои ролики, все посмотрят на того постаролика и «хе-хе-хе». там вот на твоих роликах нам десятки тысяч просмотров, а там бедные сотни не набирает. И знаете, и я все это. И что бы я ни просил, Бог, сделай эту проповедь популярной, зачем? И сам себе отвечаю, чтобы покрасоваться хитами. Думаю, гаденыш, а! И вы знаете, и я с собой говорил, и я себе был очень неприятен, когда я узнал себя. Вы знаете, когда я честно ответил, не, не отмазывай, слушай, я тебе честно говорю, не отмазывай себя. Рассказывай себе все как есть. Все как есть, рассказывай себе. Если гаденыш, так и скажи, гаденыш. Ты знаешь, ты себя уважать начнешь, там внутри больше даже. Я знал, что ты гаденыш, но ну, чтобы признать это. Вы знаете, вот я был в таком, знаете, гадком состоянии, где я разговаривал сам с собой. И да даже жена мне намекала, знаете, у меня жена это мой voice of reason. Знаете, она такая, знаете, она вроде тихонькая, но вы. Знаете, она, знаете, я говорю, я говорю много. Но она скажет одну фразу, и я потом час молчу. Знаете, думаю. Ну, хм, что в натуре, а? Понимаете, и поэтому как бы у нас все как бы слаженно работает, все, окей. И в тот период времени она мне говорила, слушай, она спокойно успокоилась, церкви нет, она говорит, да вообще классно. Детей воспитывают, радуются жизни, там, знаете, все. Я смотрю, ей хорошо, ну, по крайней мере, мне так кажется. Думаю, а я здесь умираю. И она мне просто говорит, а что ты мучишься? Я такой думаю, ну, в натуре, а что я мучаюсь? Знаете, такой вопрос просто он только жестокий, жестоко простой. Слушай, в натуре я, я такой и, и ответ себе: я ж могу не мучиться. И, и все. Она сказала и пошла дальше купать ребенка в Такой: ничего себе, я ж могу не мучиться вообще. Спокойно сесть, не мучиться. И я начал потихоньку употреблять эти советы. И вы знаете, по прошествии долгого времени, когда я дошел до настоящего ответа, Честно, это заняло меня долго, потому что гаденыш внутри меня сдаваться не хотел. Гаденыш пытался мне еще рассказать, что это все для Господа. Это с этим человеком ты хочешь, чтобы он тебя помолился, и ты хочешь, чтобы он был духовным твоим отцом для Господа. Ты хочешь, чтобы помазание на тебе было для Господа. А внутри сидит там, знаете, такой спокойный такой голос, говорит, а делаешь ты все понял гад и там внутри тот бунтует там один знаете там ему так не нравится он все для господа хочет делать такой весь господний вы знаете я понял в действительности что я ничего не хочу и все что было в моем сердце стало гадким даже для меня у вас было состояние где когда ты ответил на все свои вопросы ты стал противен себе я, знаете, я, мне стало настолько противно, я пошел зубы чистить. Настолько отвратительно было то, что я действительно узнал насчет себя. Дорогие, настоящий путь реальной чести начинается с того, что ты честно говоришь с собой. Первый раз садишь себя и рассказываешь себе, кто ты. Ты врешь, ты лжешь, ты смотришь не туда, ты делаешь не то. И просто честно, сделай себе диагноз, скажи Господь, честно, я, я не хочу вот, вот это. И потом мне Дух Святой задал, когда, знаете, когда я себе диагноз сделал, и Дух Святой мне просто задал вопрос, он говорит, вот честно, ты бы это использовал? Mm -hmm. mm -mm. Я посмотрел на этот список, я попытался найти в нем что-то хорошее, в нем не было ничего хорошего, потому что все было подпитано моей гадкой плотью. Все было подпитано жаждой наживы, жаждой славы, жаждой навара, жаждой популярности. И я как посмотрел все мои мечты и все мои желания, думаю, Господи, да ничего я не хочу. Честно, если вот так хотеть, да ничего я больше не хочу. Это был очень уникальный разговор. Знаете, я даже помню, знаете, Бог, Бог знал ответ на этот вопрос. Проблема была в том, что я его не знал. И в процессе поиска ответа в 2004 году Дух Святой вырвал из, я так скажу, вырвал из меня корость. Просто вырвал из моего сердца корость. И в моем сердце включилась честь, во-первых, по отношению к себе. Я просто включил честь по отношению к себе. Просто, когда я что-то делаю гадкое, я сразу себе об этом даю знать. Кто-то понимает? Другими словами, у тебя должно быть что-то внутри, от, точка от отсчета, от чего ты отталкиваешься, к чему ты приравниваешься. Если у тебя нет к чему приравняться, то у тебя нет границы. Ты будешь скатываться и скатываться, и потом найдешь себя в каком-то под наркотиками, в бадуне, потому что у тебя не было границы. Слушайте внимательно, знаете почему у Бога нет серого? Знаете почему у Бога есть белое и есть черное? Да и нет? Потому что вот полностью белое, кстати, у меня есть целая тема, может когда-то скажу, полностью белое, называется оттенки серого, кстати, полностью белое и полностью черное. Один шаг от черного, какой цвет? Серый. Один шаг в сторону от белого к черному. Какой цвет? Серый. Можете себе представить, что... что все в промежутке между белым и серым, между белым и черным, извиняюсь, там может быть 50 цветов. И все это серое. Ты можешь быть абсолютно почти черным. Ты серый. Ты можешь абсолютно белым почти быть. Но ты серый. Поэтому, дорогие, есть ли у тебя точка отсчета? Потому что если у тебя точка отсчета где-то в сером, тебя невозможно будет поймать. Ты будешь границу серую передвигать, где тебе хочется на данный момент, что ты думаешь на сегодняшний день, для тебя граница. И вот если вчера ты считал, что это нельзя, но ты как бы это все серое, сейчас ты считаешь, что то, что вчера нельзя, сегодня это уже можно. Но когда у тебя четко стоит, это да, это нет, даже когда ты перешел на ту территорию, на которой ты не должен быть, ты моментально обличишь сам себя и скажешь, возвращайся назад, это не твое место и не твоя территория. <свят> я даже помню ту комнату, тот темный угол, где умерла моя я и моя хотелка. Вы знаете, после этого я даже, я даже был удивлен, насколько бы я, я был успокоившийся, ничего не хотящий. <свят> Богу даже пришлось реально мне знамения давать, и я уже такой, как Гидеон. Окей. Okay. И специально делал знамения, которые нельзя, чтобы исполнялись. Знаете, такая, хорошо, сделаем так, хорошо, сделаем так. И уникально то, что все, что я просил у Бога, сверхъестественно получалось. И, и вот мы здесь. Вот мы здесь. Знаете, я набрался смелости и сказал Богу все, что я действительно думал о себе. Честно признался об огромной куче мусора в моем сердце. Я честно сказал ему, насколько я противен самому себе. Даже попросил его, честно, просто попросил его, я говорю, не употреблять меня. Потому что я понимал, что то, что на мне был дар слова и откровения, да, это, это было, ты никуда не денешь. Сейчас с женой сидел, разговаривал, и откровения шли. Это, в этом не было никаких проблем. Но все это находилось в гнилом сердце, полном корости и гордости. И вы знаете, что я заметил? Если мой дар сейчас выйдет на этой платформе, то Бог мой, я своим даром начну мочить, манипулировать и уничтожать людей. И я просто сказал, отец, я просто не хочу. И я ему сказал, говорю, Господь, пожалуйста, дай мне влияние и авторитет. Реально его купить нельзя. Оно дается или не дается. Если влияние и авторитет, говорю, Бог, ты мне дашь, то я, пожалуйста, дай мне тогда, когда мое сердце будет способно. Ты посчитаешь меня Правым. Ты посчитаешь, что я могу на данный момент что-то сказать, ну, шире аудитория, чем те, кто рядом со мной. Если ты посчитаешь, что я, я скажу так сразу, Бог, я себя вообще не считаю никем, я, я вообще ничего не, потому что я не критерий себя, ты моя истина, по которой я сравниваюсь. Если истина даст мне разрешение, тогда я иду. И вы знаете, дорогие мои, у меня некоторые люди говорят, а как же ты двигаешься, ты хочешь? Я говорю, стоп, вы знаете, что когда умирает хотелка, включается послушание? Некоторые люди не могут понять, вы знаете, что есть две категории людей, которые используются, которые двигаются в да? Одни, которые хотят, другие, которые послушны. Другими словами, если в тебе не умерло желание, желание заведет тебя в очень серьезные дебри. Послушание никогда не заведет тебя в дебри, потому что ты изначально ничего не хочешь. Ты просто идешь, делаешь и возвращаешься в исходное положение. Идешь опять на миссию, делаешь и возвращаешься опять в исходное положение. Ты не хочешь. В то время как тот, кто хочет, он строит царство государства и пределу его приколом нет. Завтра будут новые фишки, новые мантии, новые откровения, новые трубы, новое золото. Почему? Потому что статус нужно держать, и чтобы держать статус, нужно держать фокусы. Все понимают, да? Окей. Okay в то время, когда человек истинный, ему фокусы никакие не нужны. И если мое служение сегодня закончится, я честно сложу все и отойду в сторону. Почему? Потому что я буду делать только то, что он скажет. И мне не нужно удовлетворять никого фокусами, чтобы считаться популярным на какое-то данное время. Все со мной, да? Абсолютно я не преследую этой цели. Если ты меня не служишь, и я не стал популярным в твоих глазах, выключи и даже не приезжай на мои конференции. Извини, нам не по пути. Все понятно, да? тишина когда настала, да? Да-да, я абсолютно имею право сказать тем, кто меня не любит, не ездить на мои конференции. Это хорошо, да? Очень хорошо. Итак, вы знаете, из-за моей любви к нему я решил сделать следующее. Об этом я, честно скажу, я нигде не слышал, и никто об этом не учил, и по сей день не говорил. Первый раз я об этом поделился в Манхайме в мае, в этом году. Я понимал, что у меня был дар слова, да, но я знал, что невозможно так дальше идти и двигаться. И об этом я нигде не слышал, не читал. Это просто вырвалось из моего существа. Я сказал, я сказал моему Богу, просто вот от сердца, реально из глубины всей моей души вырвалось это. Я приношу в жертву мой дар и мое призвание ради одного, чтобы Бог мне дал чистое сердце и научил меня чести и дал мне принципы жизни. Дорогие мои, вы даже не представляете, это был, это, наверное, был один из самых счастливых дней в моей жизни, потому что я наконец-то честно мог отказаться от призвания и сказать ему, что я действительно хочу. Потому что, честно, когда я увидел, что из-за призвания, если мое сердце неправильно, оно призвание меня уничтожит. Кто-то понимает? Призвание это как, это как яд, который я ношу внутри себя и боясь, чтобы этот мешочек прорвался. Если он прорвался, я отравил сам себя. Мы это сокровище в глиняных сосудах носим. Дорогие, нам нужно понять, что я говорю, Бог, пожалуйста, дай мне соответствовать тому дару, который я ношу, чтобы все те, как проклятие, покушение на жизнь, так и похвала и благословение в мою жизнь не имело никакого эффекта на вот эту личность, абсолютно никакого. Дорогие мои, я просто говорю, Бог, я приношу. Это было настолько тайное, я даже честно говорю, я до определенного времени даже не верил, что Дух Святой попросит меня это рассказать. Это было скрыто, и я не верил. Я, я, я думал, что это, это останется моим секретом до конца. Но Дух Святой Манхайме мне сказал, сынок, скажи это, потому что некоторым людям это необходимо слышать. Любишь ли ты Бога настолько, чтобы отказаться от всех своих призваний и только Его любить до конца жизни и только Его иметь? Только его, и только все о нем, и ничего больше не хочу, ничего не надо, потому что я вижу, что если я не готов, входит коррупция и разрушает меня, и я теряю не только служение и призвание, я теряю Бога вместе с этим всем. И я говорю, отец, я умоляю тебя в тот момент, когда что-то, я куда-то туда не пойду или начну делать что-то не то, я умоляю тебя, забери меня с этой земли, лиши меня служения, я не хочу этого, потому что ты для меня дороже, чем любое имя, любое признание и любое призвание. И я верю, дорогие мои, что вот это поколение должно подняться, для которых Бог, не фокусы, мантии, чудеса и помазания дороже. Бог, Бог, Бог! Настоящий Бог, настоящий Отец, ради которого я живу и ради которого живет Он ради меня. Не ради чудес, не ради знамений. Это всего лишь божья игра. Кто-то заболел, чтобы ты его исцелил. Бог сделал, что никто болеть не будет. Зачем ему ты? Зачем? А сердце остается до конца, сердце никуда не уходит. Пройдет все, но твое сознание, сердце пойдет туда. С чем ты вернешься? С чем ты? Вернешься с чудесами и знамениями. Бог скажет, это не твое. Бог, я для тебя много сделал, так ты бы меня не сделал. И он тебе задаст простой вопрос, кто ты? Кто ты? И у тебя должно быть единственный ответ. Я твой сын, твоя невеста и твоя церковь. Все остальное меня не интересует. Все остальное меня эта вся политика меня запарила. Меня все вот это, вся эта возня запарила. Да ешьте, что хотите, идите куда хотите, собирайтесь с кем хотите. Я хочу Бога! Я жажду Бога! Да мне все равно, никто не строит ничего. Я его жаждал с самого начала и буду жаждать до конца. Ну извините меня, о моей позиции я заявлю, потому что имею моральное право. И моя позиция это любить его до конца моей жизни. Все закончится за это, вот это, вот то, вот то. Все закончится. Но останется только вот это, вот внутри сердца. Поэтому ты над этим должен начать работать прямо сейчас. Мы вместе должны все работать над этим прямо сейчас. Запомни, дар без чистого сердца и чести – это уничтожение себя и других. Я точно понимал, что для меня лучше иметь только честь и чистое сердце, чем дар и призвание без чести. И когда все чудеса, исцеления и учения, все пройдет, единственное, что во мне останется, это чистое сердце чести и принципов. Это единственное, что я хочу. Но знаете, Дух Святой просто примерно сказал, вы знаете, когда я это говорил, я, я, я полностью отдавал это. Бог знает мое сердце, я точно не хотел это, потому что мне была открыта вся полнота нечистоты моего собственного сердца. И я испугался того монстра, который жил во мне. И я говорю, Бог, этот же монстр подстерегает меня на любой платформе, после любой конференции, после любого благословения и молитвы. Он сидит и ждет меня, чтобы опять начать вкачивать в мои уши то, что я хочу слышать и мое я хочет слышать. Бог мне сказал, что только личностям чести Он может доверить нести часть Его славы. Потому что это честь, потому что это честь, которая не позволит этому человеку присвоить даже капельку Божьей славы. Честь не позволит тебе. Он сказал, что тем, кто отодвинул дар ради него и ради чести, он действительно может доверять. Поэтому я говорю, бойтесь атаковать или идти против личности и чести людей, принципа, потому что и именно поэтому, потому что их честь не позволит им атаковать кого-то назад. За них вступится сам Бог. Поэтому я говорю, дорогие мои, давайте будем очень аккуратными, когда мы что-то делаем, говорим и высказываемся. Почему? Потому что эти слова всегда вернутся к тебе назад. Я задам, наверное, самый радикальный вопрос, на котором мы окончим. Который ты когда-либо слышал в своей жизни. Можешь ли ты прямо сейчас, если ты хочешь проверить свое сердце по-настоящему, можешь ли ты вот на этой молитве, которая сейчас будет, просто встать и сказать, «Отец, забери все и оставь только себя». Я это могу, я это хочу. Я говорю, отец, каждый день. Вы знаете, и чем, чем, честно вам сказать, я жду, когда отец скажет мне уйти с этой платформы. Почему? Потому что я тогда действительно смогу быть с ним. Честно? Положа руку на сердце. Если бы, дорогие мои, если бы действительно... Знаете, когда мы говорим наши слова, иногда это слова. Но если бы действительно мы с вами могли посмотреть друг другу в сердце, это было бы так интересно. И моя позиция это быть с моим Богом. Я настолько его люблю. Я настолько с ним слился, когда-то я понял, что есть Он, что для меня все остальные вещи погасли в этом мире. И только Он, только Его присутствие. Поэтому моя мечта: чтобы ты не подседал на проповедников, а чтобы ты один раз столкнулся с реальностью Его славы, я тебе, я тебе гарантию даю, ты не сможешь отойти от Бога. Дорогие, некоторые люди говорят, я ушел от Бога, ты никогда с Ним не был. Дорогие мои, некоторые говорят, о, я охладел, ты никогда не горел. Дорогие мои, когда ты столкнешься с настоящей реальностью, это будет глупости. Скажите мне, кто меняет царский стол на помои? Никто. Даже если там блудный сын ушел, он такой, «Э, э, так все, это не мое. И назад к папе. Дорогие мои, мы с вами должны понять, что там да, может быть какие-то периоды, но когда ты встретился с домом отца, с силой отца, со славой отца, с пищей отца, даже в твоей жизни будет какой-то маленький глюк, ты никогда не сможешь долго находиться в чужой стране. У тебя всегда будет место, куда ты вернешься. Всегда будет тот, кто тебя любит. Всегда будешь знать, что ты любим, кем и то и кто-то ждет тебя и хочет быть с тобой вот это наш Иисус выкинь со своей головы что ему нужды твои таланты которые он же тебе и подарил выкинь с головы что бог что-то хочет чтобы ты для него делал он хочет чтобы ты любил его и был с ним весь закон и все пророки в двух заповедях Люби Бога, люби ближнего. Скрижали, на которых даны законы, 10, 10 заповедей, 5, 2 скрижали, 5 для Бога, 5 для человека. Дорогие, я умоляю вам, все. Иисус, когда говорил это, он это имел в виду, что все находится, все заключается в любви к Богу и в человеку. И даже то, что я сейчас делаю, это вторая заповедь. Я это делаю, потому что я люблю тебя. И под обстрелом, под атаками, и грязью, сплетнями, и всей этой гадостью нахожусь, потому что я верю, что поднимутся настоящие сердца и реальные люди, у которых отношения с Богом, а не с милотями, которые где-то во снах прилетают. Я верю в реальные отношения с Богом. И мне не нужно кредиты чьи-то. Если Бог встречался со мной, когда ты встретишься со мной, ты Бога ощутишь на мне. Мне не нужно рассказывать, что рукоположение было. От меня будет нести Богом и захватывать сердца людей. Потому что мне не нужно чьи-то милоти. У меня есть моя, данная Богом. Да не хочу даже чужих милостей, хочу мою, чтобы распознавали Бога на мне. И не надо рассказывать, тут потерся с тем, тут потерся с тем, там потерся тут, тут сфотался с этим, и вот ты сотканный служитель. Да клон ты сшитый. С чужих идентификаций, никогда не имевший свою. Начни свое! Начни свое! Стартани от Бога, а не от какого-то пророка. Стартани с себя, не с кого-то еще. Можешь ли ты тотально, абсолютно сложить мечту и дар призвание ради того, чтобы взамен от Святого Духа получить единственная вещь — чистое сердце? Давид молился: «Сердце чистое, сотвори во мне». Он-то понимал, что все остальное не имеет значения, потому что все он имел. Это вопрос глубоко персональный, и толкать кого-то на это будет преступление против личности. Я не могу это делать. Это моя маленькая история. И я просто говорю тебе, можешь ли ты сделать примерно вот это? Можешь ли ты заглянуть глубоко так внутрь себя, что ты все узнаешь о самом себе же? Дух Святой поможет тебе увидеть. Вопрос заключается вот в чем. Готов ли ты отдать все за сердце чести? Я это оставляю за тобой, естественно. Давайте мы встанем. О, я благодарю Бога. Я... Знаете, я давно вырос с всяких шуток, прибауток. Я давно вырос, покажи мне свой, я покажу тебе свой, я имею в виду дар. Вы знаете, я давно вырос с этих дворовых приколов, ты мне дай глянуть, я тебе да, давай ты тут что-то тут шабара бумба-румба, и я тебе там шака-бумба, и мы там забумбаем друг друга, закормим пилюлями вот этими друг друга. Дорогой мой, я давно вырос из этого, я просто хочу задать вопрос, любишь ли ты его? Не надо мне твои чудеса. Ты сейчас кни... книгу по магии купишь, и ты научишься управлять вещами на расстоянии за один час называется телекинезис. Эти книги продаются в онлайне. Ты можешь прямо сейчас купить и будешь, будешь прямо сейчас клеить монетки на стены. Ты прямо сейчас будешь переворачивать книжки на расстоянии и страницы. Дорогие, все, несколько трюков, и бесы уже будут работать. Да не волнуют меня твои чудеса! Меня волнует твое сердце, любящее Бога! Любишь ли ты Его? Готов ли ты отдать все за Него? Готов ли ты попрощаться со, всем корость, со всей коростью в своем сердце? Чтобы быть только с Ним, только с Ним, только Его, только Его. Возлюбить Бога и возлюбить ближнее. В ближнего вот моя цель, вот моя мечта, вот мое призвание. Просто закрой глаза и скажи, Отец, помоги мне проверить мое сердце. Помоги мне заглянуть внутрь себя. Помоги мне столкнуться с скоростью своего сердца. Покажи мне меня. Покажи мне меня. Покажи мне, кто я, не прикрывая. Раскрой, кто я. Я хочу исцеления. Я устал молиться, чудеса, за будучи прогнившей личностью. Бог, дай мне чистое сердце! Дай мне чистое сердце! Дай мне чистое сердце! Ради этого я все отдаю! Я готов попрощаться со всем, ради того, чтобы быть с тобой, быть с тобой, быть с тобой! Любить тебя! С тобой, общаться с тобой. коснись мое сердце, сердце чистое сотвори. Сердце чистое сотвори. Я молюсь сейчас. О тех, кто смотрит нас. Отец, я верю, настоящие не поддадутся на дешевое, не поддадутся на эти детские трюки. Настоящие личности уплотят цену следования за Христом. И чтобы передавать что-то бесплатно, мы должны что-то уплатить. Чтобы двигаться в славе, для нас это будет стоить что-то. И это будет преступление перед моим поколением. Сказать им, что ничего не стоит, все берите, все сделано. Это преступление перед небом. Это обман моего поколения. И я верю, что чемпионы поднимаются. Библия говорит, тот, кто победил, наследует все. Тот, кто победил, сядет со мною рядом на престоле. Тот, кто победил, тот, кто победил, тот, кто победил. Я благодарю тебя, любовь. Подними поколение чести, поколение принципов, поколение любви, настоящее поколение которая отдана тебе во имя Иисуса. Аминь. Воздаем ему славу.